Всем привет, ребята, с вами BanLife, и сегодня в видео мы разберем то, как вы сможете заработать $20-$60 абсолютно без вложений за 10-15 минут. Но обо всем по порядку, давайте же разбираться. А зарабатывать мы сегодня будем с помощью проекта Мурия. Что это вообще такое за проект, как на нем заработать, почему на нем стоит зарабатывать в данный момент, почему это не скамина, почему он выплатит, на все эти вопросы я вам сейчас в это видео постараюсь ответить. Давайте же приступим к изучению данного проекта, быстренько просто пробежимся для того, чтобы вы с ним ознакомились. Для начала Мурия — это Web3 гейминг экосистема, то есть они занимаются разработкой игр. У них на площадке уже более 1 миллиона пользователей, и как они сами пишут, они создали 250 игр плюс, то есть больше 250 игр. Лично с их играми я не знаком, а вот с площадкой, то есть маркетплейсом, где можно покупать, продавать NFT-шки, я с ним знаком, лично пользовался, лично продавал там NFT-шки, которые мы сами же получали от данного проекта абсолютно бесплатно. В своем телеграм-канале я уже делал несколько постов, возможно, даже публиковал видео на YouTube, этого я точно уже не помню, где мы получали халявные NFT-шки, которые потом продавали за несколько долларов, возможно, даже несколько десятков долларов. Лично я помню, что несколько долларов я точно с той раздачи получил. Так что же это вообще за проект? Давайте же пробежимся, разберемся. Переходим для начала в такую вот табличку. Я данную табличку создал недавно, буквально там 2 дня назад, для чего она вообще создана. Мне давно уже говорили про данную идею, мол, давай, я как-то не мог к ней подойти, но вот наконец-то собрался с мыслями и сделал ее, потому что она является довольно-таки хорошей. Что же это вообще такое? Это табличка активностей, которые я буду публиковать в своем телеграм-канале, в которых лично я принимаю участие. Для отслеживания проектов, чтобы их не терять, для того, чтобы понять, сколько потом мы в конце концов заработали, сколько можно заработать с бесплатной информацией, которую я публикую в своем телеграм-канале. Ссылочка, если что, будет в описании под видео. То есть она называется BanLife проекты под обуз. Ссылка на данную таблицу тоже будет под видео в описании. Она абсолютно бесплатная. И в принципе, если вы не хотите подписываться на мой телеграм-канал, либо у вас нету телеграмма, можете пользоваться данной табличкой. Для начала ее будет достаточно, чтобы что-то уже заработать. Первое — это идет там дата поста в телеграмме, потом это тип активности, кратко, чтобы вы там не читали все, если вам это понравилось, не понравилось, скажем, глим подходит, там приминт не подходит и так далее. Название проекта, что нужно сделать, ссылка на саму активность, сайт, твиттер проекта, дедлайн, то есть когда заканчивается акция, и награда, если известно. Также есть такой вот столбик профит. Это я уже буду потом подсчитывать, обновлять таблицу, сколько удалось заработать с той или иной темки с одного аккаунта, там либо с 10 аккаунтов, это все буду писать. И также еще там дальше уже не видно, актуально и не актуально, то есть если данная активность обозначена в голубым цветом, это означает, что активность актуальна. Если же желтым, она уже не актуальна, там либо закончился пул, либо закончилась дата, либо там проект скамнулся, но в общем, как бы есть свои причины. Поэтому смотрим. 14 числа, то есть 2 дня назад, я опубликовал сюда вот такую вот активность от Мурия, про которую мы сегодня и будем говорить. Поэтому давайте перейдем на их сайт, копируем ссылочку, открываем новые вкладки. И переходим. Что мы вообще видим? Такой вот простенький сайтик, ничего интересного, разбирать мы его сегодня не будем. Переходим на маркетплейс, который нас и интересует. Возможно, вы уже видели, возможно, даже пользовались данным маркетплейсом. Здесь вот есть вот такие вот NFT-шки, они еще до сих пор и продаются. Вы можете их тоже узнать, потому что их довольно-таки много телеграм-каналов лутало, получало и потом продавало. Здесь, конечно, на них завышенная почему-то стоит цена, мы их продавали за копейки, но, в принципе, то, что они еще продаются, это хорошо, проект не загнивает. Как видим, проектом пользуются, проект постоянно развивается, здесь что-то торгуется, то есть все у него отлично. Почему ему скапится, лично я не вижу смысла. Всего в данной раздаче проект будет раздавать $20,000 в своих токенах. Для такого проекта, такого масштаба, это абсолютно небольшая сумма. Я на 99% уверен, что они данную сумму раздадут. Как бы все будет отлично, можете делать данную активность. Я ее сам тоже буду делать. Планирую загнать сюда так чисто немного, там 10-20 аккаунтов. Пусть тебе будет, если что, на пиццу заберу. Можем еще зайти в их твиттер. В принципе, это не обязательно. Но давайте тоже зайдем, посмотрим, почему бы и нет. В твиттере мы видим 124,4 тысячи подписчиков, достаточно внушительное число. Регистрация у них была 2 года назад, в 2021 году. Актив у них, в принципе, есть, по несколько тысяч, либо десятков тысяч на посте. Постоянно что-то публикуют, постоянно обновляются, то есть с твиттером у них тоже все хорошо. Возможно, на них еще подписаны инфлы, но я с этого аккаунта на них не подписан, поэтому это я вам точно не скажу. Давайте перейдем уже к самой активности, чтобы вы поняли, как мы будем зарабатывать, а то я что-то видео затягиваю. На момент записи видео до конца раздачи у нас есть 6 дней. Видео я записываю 16 марта 2023 года, поэтому если вы смотрите
выполните его 22, 23 и дальше марта 2023 года, оно, в принципе, уже не актуально. Но не расстраивайтесь, можете подписываться на мой телеграм-канал, либо следить за таблицей в гугле, как бы там будут еще такие активности, все мы успеем заработать, криптовалюта кормит всех. С проектом мы разобрались. Они вот тут пишут, что в честь того, что они запускают свой токен, они раздают на комьюнити 20 тысяч долларов в своем токене. И также они пишут, что всего будет у нас 1000 победителей, каждый получит по 20 долларов в их токене. Почему я на превьюшке сделал как бы текстом, обвел как бы название, написал, что 20-60 долларов, что это за кликбейт? Нет, это не кликбейт, потому что 20 долларов в токене мы получаем на листинге, то есть по цене листинга. Они, например, будут листиться там по 1 доллару, я точно цены не знаю, это просто мои мысли. Потом они начнут торговаться на многих биржах и сделают 3 икса. Мне кажется, что такой проект такого масштаба может достичь там и 10-20 иксов абсолютно спокойно. Я, правда, не знаю их капитализацию, но просто так на взгляд, в принципе, можно накинуть. Но я взял по минимуму 2-3 икса. То есть с одного аккаунта мы будем получать даже не 20 долларов, а 40, 60, возможно, даже 80 баксов. Поэтому я и написал среднее число 20-60 долларов. Конечно, они провидятся, и они, в принципе, могут торговаться ниже цены листинга, но такое, мне кажется, очень маловероятно. Но все же такое тоже возможно. Также здесь пишут, что люди из вот этих вот стран не могут участвовать в данной активности. Поэтому если вы находитесь в какой-то из данных стран, либо как бы не участвуете, либо используем прокси и спокойно дальше участвуем. Но я вам про это не говорил. Вот, давайте уже же перейдем к самим заданиям. Всего у нас есть 9 заданий, для их исполнения нам нужен что? Нам нужен MetaMask, нам нужен Twitter, нам нужен Telegram и нам нужен Discord. Что же мы делаем, как выполнять задание? Первое, отправьте свой Moreo кошелек, адрес Moreo кошелька. Ну, для начала нужно будет сюда подключиться, то есть вы нажимаете логаут, ну, точнее, я нажму сейчас логаут, выхожу из своего аккаунта, у вас будет вот такая вот форма, что вы делаете, вы вводите сюда свое, как бы, имя, фамилию, так, вводим свой email, Twitter username, выбираете свою страну, если вы находитесь в стране, которая заблокирована, просто берете другую, в которой будете использовать прокси. Так, я выбираю Украину, я из Украины, так, нажимаю continue, подключаюсь сюда с помощью любой социальной сети, либо почты. Все, оно меня опять закидывает в мой аккаунт. У вас здесь будут задания, как бы будут пустые, вы их сейчас будете делать. Первое, это отправьте свой адрес Moreo кошелька. Где взять данный адрес? Мы опять заходим на нашу Google таблицу, берем ссылочку на их сайт. В принципе, данный сайт у меня будет тоже в описании, для того, чтобы вам было быстрее и удобнее. Переходим на него, у вас будет здесь Connect Wallet, то есть подключиться, нажимаете данную кнопочку, в MetaMask открывается окно подписать, и вы как бы заходите в свой аккаунт. Все, теперь данный кошелек является Moreo Wallet, то есть Moreo кошельком. Мы берем данный адрес, просто копируем, уже из MetaMask, копируем и сюда в поле вставляем, то есть нажимаем на задание, вставляем, отправляем, ничего сложного нету. Далее подписаться на Moreo в Твиттере, подписаться там еще что-то на какой-то аккаунт в Твиттере, тоже ничего сложного. Нажимаете, перешли по ссылочке, я как бы сейчас не подписан уже, нажимаете читать, то есть подписываетесь, все, возвращаетесь назад, подтверждаете, занимает 2 секунды каждое задание. Следующее задание — это у нас подписаться на телеграм-канал, тоже думаю ничего сложного, копируем ссылку, открываем телеграм, подписываемся, все, отправляем на проверочку. Потом посетить там что-то аккаунт данной Moreo на Reddit. У меня на Reddit нету аккаунта, поэтому я просто его посетил, перешел на ссылку, там походил, подождал 10-15 секунд, вернулся назад, мне задание засчитали. Следующее — это у нас присоединиться к серверу данной Moreo в Discord. Переходим по ссылочке, проходим капчу, что вы не бот, все, тоже задание сделано. Далее это прочитать и прокомментировать пост в их блоге. Я ничего не комментировал, мне тоже засчитало. Оно вам еще попросит ответить на контрольный вопрос, как называется их блог. Блог называется Moreo, просто написали, вам тоже все засчитали. Далее ретвит, тоже ничего сложного, перешли по ссылочке, открывается нужный твит. Здесь у меня кнопочка, ну, отменить твит, отмените ретвит, нажимаете еще раз, все, ретвитнули, все, вам тоже засчитали. То есть ничего сложного нету. И присоединиться к их чату в Telegram тоже как бы все мега легко. Вот в принципе и все. Ну давайте я вам еще сразу отвечу на самые часто задаваемые вопросы, которые вы постоянно задаете. Первое — это когда вы получите свои токены на кошельки. Я этого лично не знаю, я не нашел как бы даты, когда именно токены будет раскидывать на кошельки, но точно после 22 марта. А потом просто ждем. То есть делаете аккаунт, либо аккаунты, и потом просто ждете. Если будет какой-то анонс, я в своем телеграм-канале обязательно про это напишу, и вы свои деньги точно не пропустите. Дальше. Когда вы сможете продать свои токены? Потому что получить это одно, когда вы сможете их продать. Продать вы сможете тогда, когда будет день листинга, то есть на листинге, когда он будет, я тоже не знаю. Нужно следить за анонсами у Moreo, когда они скажут, что вот там, скажем, первого там
не знаю, апреля, мы будем листить нашу монетку. Как бы это информация из головы, если что, только что. Нужно ждать анонсы. Следующий вопрос, который вы задаете, ну точнее, даже не вопрос, а такое утверждение, что вот, мол, в данном глиме, смотри, у нас тут 77 тысяч участников, а тут всего 1000 победителей, что ты нам какую-то фигню говоришь, один там к 77 шанс, это вообще нету шансов. Ну, ребят, пожалуйста, не тупите, я уже постоянно отвечаю на данный вопрос, вы все равно его задаете. Точнее, такое вот утверждение, что я как бы вас где-то обманываю. Это не количество участников, это количество очков общих. Что такое очки? За каждое задание в данном глиме дается по одному очку. Всего у нас как бы 9 очков, в данном глиме максимум можно собрать. Поэтому для того, чтобы вычислить количество участников, что мы делаем? Открываем калькулятор, берем наши 77 тысяч 900 очков и берем это все дело, делим на 9. То есть максимальное количество очков от одного человека. И получаем 8650 участников, при том, что не все участники будут заполнять максимальное количество очков, но как бы вот пока что на текущий момент количество участников такое. Пока закончится акция, мне кажется, будет где-то 15 или 20 тысяч участников, то есть шансы будут где-то 1 к 15, 1 к 20. Да, я знаю, шансы маленькие, то есть там 5-7% на победу, но вы тратите 10-15 минут, возможно, даже и минуты 3, потому что я пока это все рассказывал, показывал, вы, чтобы это все прокликать, в принципе, на это уходит минуты 3 на один аккаунт. Вот, то есть без вложений минуты 3 с возможностью получить 20-60-80 долларов, мне кажется, это очень и очень неплохо. Но все же, если вы хотите заработать больше и повысить свои шансы на победу, вам придется создать несколько аккаунтов, то есть заняться абузом данного глима. У меня есть отличное видео про абуз именно глимов, обязательно его посмотрите, ссылочка будет тоже в описании. Вот оно там недолго, минут 7, кажется, идет. Посмотрите, сразу поймете, как создавать здесь много аккаунтов, чтобы как бы увеличить свои шансы на победу. Вот, в принципе, и все, ребята. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, туда я как бы постоянно публикую какой-нибудь интересный контент, какие-то темки, на чем я лично зарабатываю. Вот, и если вы под данным видео наберете 300 лайков, я сниму для вас видео, такие вот обновленные видео по тематике абуза. Потому что, если вы помните, я когда-то именно про абуз снимал, еще более года назад. Но на текущий момент данная информация уже немножко устарела, какие-то сайты отпали, какие-то сайты скомнулись, и нужна новая информация. Поэтому, если вы набираете 300 лайков, я сниму несколько видосов, то есть также серию видосов про антидетекты, про социальные сети, про прокси, там, как им пользоваться, где какие прокси выбирать, где можно использовать вместо прокси VPN, где покупать аккаунты, где лучшие аккаунты, где купить курс, где продать курс и так далее, далее, далее. То есть довольно-таки интересные видосы, я думаю, вам будет интересно. Поэтому обязательно ставьте лайк под видео, пишите комментарии, про что бы мне еще снять видео. Я наконец-то переехал, у меня последние 2 недели ушло на то, чтобы переехать, перенести все вещи из одной квартиры в другую. Вот, поэтому сейчас я уже вернулся к работе. Ну, как бы все, ребята, всем удачи и всем пока.